Слушайте, ребята, вот вдогонку, я вечер как бы, уже вечер, сейчас вот, смотрите, наступило 8 часов, и вообще здесь, смотрите, как все взрывается просто к вечеру. Говорят, в 9 часов здесь будет просто все небо в фейерверках. Просто вот куча-куча взрывов, все в фейерверках. Бесконечные канонады, которые там где-то вдали, вблизи, все взрывается. Без коней вообще, вот не переставая идет стрельба вообще. Все люди на улицах пускают фейерверки, стреляют. Детвора просто не нарадуется. Вся детвора, вон она там бегает, стреляет. Это для них вообще просто, для детворы это что-то такое вообще. Непередаваемый восторг вообще. Да и, наверное, индусы есть такая, большие дети такие, наверное. Которые... Появилась возможность радоваться фейерверкам. Но почему не порадоваться раз в год там или несколько раз в год фейерверкам? Посжигать их от души. Да, я думаю, вечером, чуть-чуть позже, часов 9, здесь, наверное, вообще будет просто греметь канонада. Все, ребят, давайте. Пошли мы тоже взорвем пару фейерверков. Ой. Я же говорю, просто радость, восторг. Восторг.